Хоккеисты даже бороду не бреют, она тут перед соревнованиями ногти мажет, сидит. Я мажу, да. Да, против солнца, конечно. Линда. Кирилл, разогревай мышцы. Да, кстати. Гавы прицепили. Не хочу снимать. Ева. Сетку обходить нельзя. Передавай привет. Привет. Через 21. Через 27. Не, 20. Что, готовы? Жечь сегодня. Побеждать не готово? Да. Нет. Да.
Go.
Линда! Линда! Эри! Эри! Ева! Линда! Линда! Эй, Линда! Линда, Линда, Линда! Эри! 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 Линда, 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 Линда! Эри, Эри! Эри! Эй! Линда, Линда, Линда! Ко мне, ко мне! Эри! Линда! Эри! 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 Линда! Эри! 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 Все, слов нет, опять. Жут. Сюда, 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 Ева, Ева. Скорей, скорей, скорей. Молодцы, хорошие, молодцы, девочки. Хорошо. Ой, спасибо. Котик, понравилось? Фотографируйте. Собачку спасибо. Сейчас, покажи, пожалуйста. Хорош. Идем, папа, смотри. Давай, смотри, за собачку. Люби, люби собачку. Иди сюда, иди сюда, сюда. Лина? Нет, она просто спокойная. Чересчур. Спасибо. Также благодарим Грязину и Дину за классную поддержку. Сейчас у нас готовится к награждению наши участники дистанции скиджоринг. Повторюсь, это дистанция со своими четвероногими друзьями. Многие, я думаю, видели это. Это было очень интересно, потому что некоторые собачки не подчинялись и убегали куда-то в небытие, в то время, когда их владельцы пытались как-то мотивировать их, чтобы они пронесли их на протяжении всей дистанции. Для того, чтобы нам подробно рассказали, что это за дисциплина скиджоринг, я передаю слово организатору, как я понимаю, скиджоринга Республики Башкортостан, Марине. Мариночка, прошу вас. Ну, я не только про скиджоринг хочу сказать. Скиджоринг – это лыжник с собакой. Одна из дисциплин ездового спорта. Также сегодня были у нас дисциплины упряжка 2 собаки и упряжка 3-4 собаки. Вот. Начинаем награждать. Женщины и мужчины делятся только в скиджоринге, естественно, то есть в лыжных дисциплинах. В упряжках уже разделения на мужчин и женщин нет. Количество. Вот это мнение, то, что собаки могут нестись вот на протяжении двое суток, это правда? Что же они роботы, что ли? И отдыхать тоже надо.
Видите, какая у меня неполная информация. Итак, за третье место. Итак, друзья, за третье место в возрастной категории скиджоринг юниор на дистанции 5 километров награждается Саляев Евгений. Евгений, выходите сюда со своим другом, проходите в сторону сцены. За второе место награждается Малышев Макс. Награждается Валеев Сергей. Друзья, я думаю, такая церемония награждения с такими вот прекрасными четвероногими друзьями имеет определенное свойство. Необходимо на ней обязательно улыбаться. Вы когда-нибудь видели, когда хаски держат на руках? Нет! Я думаю, какая-нибудь очень сильная, тяжелоатлетка захочет завести себе такую собачку, она взяла бы хаски и носила ее везде с собой. В качестве чихуахуа. Пакетики открыты. Где это? Это чихуахуа. Итак, за третье место среди девушек награждает Пирогова Светлана. Светлана, выходите сюда со своим, я думаю, четвероногим другом. Привет! Потому что у нас имеется тенденция. Мама. Тенденция награждения командного зачета. За второе место награждается Ширяева Екатерина. Екатерина. За первое место награждается Моисеева Мария. Веселые забеги. Тоже выходит со своим четвероногим другом, словно это маленькая чихуахуа. Круто. Мама, фоткай давай. Дай фотку сфоткаю. Это пытаюсь. По-моему, это самый спокойный подиум, который у нас сегодня был с нашими поделялась с собачками. Мира, иди ко мне, рядом. Я, призы на нашем сегодня забеге в 12-й джоре представлены зоосалоном Ветна. Я думаю, можно отдельно поаплодировать, потому что это является дополнительной мотивацией, дополнительным хорошим тоном для того, чтобы наши участники приезжали к нам чаще и больше. Итак, друзья. Итак, друзья, за третье место в возрастной категории поста рождается Малышев Александр. Тут было бы неплохо услышать фанфары от нашего диджея. За второе место награждается Анисимов Валерий. И за первое место Шейн Артур. Владислав Евгеньевич говорит то, что на ограждении нельзя собачкам ругаться. Собачки повелеваются и послушно присаживаются возле трибуны. Продолжаем дальше награждение. Итак, в номинации управление упряжки двумя собаками за третье место награждается Рамазанов Рустем.
За второе место награждается Завален Роман. Друзья, прошу прощения, Завален Роман. И первое место. Ефименко. Игорь Ефименко, где же вы? Страна должна знать своих героев. Друзья, наш победитель сегодня приехал из Магнитогорска. Представляете, к нам на фестиваль приехали с такой, не с такой, а так далеко, такой путь преодолел для того, чтобы сегодня победить и занять первое место. Спасибо большое, друзья. Мы продолжаем наше награждение. В категории управления собачьими упряжками из 3-4 собак за третье место награждается Пономарёва Маргарита. Прощение. И тут было бы опять неплохо услышать фанфары. Насколько я знаю, такую собаку называют самоед. За второе место Камалетдинова Айгуль. А вот эта собака Маламут, это я тоже знаю. Друзья, есть какое-нибудь мнение, какой-нибудь ответ, почему собачка называется самоед? Пока подумайте, пока мы чествуем нашего победителя. А победителем стала Сулимова Евгения. Друзья, аплодисменты, бурные аплодисменты. Между прочим, я смотрел этот старт, и вот у Евгении была самая четкая упряжка. В том плане, то, что собачки ее начали с самых первых метров. Самых первых метров рвать. И они абсолютно четко, зная то, что необходимо делать, унеслись вдаль. Молодцы! Чужая собака. Друзья, у нас есть еще наши победители, наши за волю в победе. Самый, как мне говорят, юниор, который всегда сражается с более старшими, более опытными участниками. И тут опять было бы неплохо услышать фанфары. Исмагилова Эльвира. Эльвирочка, выходите, пожалуйста. Она заняла 4-е место, но по воле судьбы она всегда сражается с более опытными участниками. Я думаю, на следующий год Эльвира у нас займет призовое место и покажет всем своим соперникам, потому что она по-настоящему сильный игрок. Также за 4-е место в упряжке с двумя собаками награждается Ударыч Андрей. Андрей, выходите. Здесь вас ждут тоже определенные призы для вас и ваших четвероногих друзей. Андрей выходит опять же с собачкой по породе самоед. А расскажите, пожалуйста, немножко о породе. Почему они самоеды в итоге? Едят сами. Сами едят. Уникальная собака, друзья. Я таким. А за остальных хозяин едят. Проходите на трибуну. Сами едят. Где Ангелина? На самом деле мне объясняли самоеды от того, что сами едут, а не сами едят. Друзья, ну вот и настал тот момент, когда мы переходим, так скажем, к квинтэссенции нашего сегодняшнего мероприятия. Экстремальный забег в гору, который в Республике Башкортостан аналогов в принципе не имеет. И ровно в тот момент, когда к нам очаровательная Ирина приносит грамоты, мы